25 октября депутаты Каспийска совместно с представителями Управления культуры города посетили детей с особенностями здоровья в доме-интернате «Забота» в Махачкале. Инициатором встречи стал депутатский корпус под руководством председателя собрания депутатов муниципалитета Абдулвахида Джаватова. Визит прошел в рамках осеннего марафона «Добрых дел», направленного на поддержку тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании. Волонтеры Каспийска подготовили насыщенную программу, чтобы подарить детям радостные эмоции и тепло. В программу вошли шоу аниматоров, различные игры, танцы и викторины. Волонтеры не только помогали в организации мероприятия, но и поддерживали детей, делая все, чтобы каждый чувствовал себя частью этого праздника. Кроме того, детям подарили наборы для творчества. Каждый ребенок получил комплект с раскрасками, альбомами, карандашами и фломастерами. Приобрести эти наборы удалось благодаря финансовой поддержке депутатского корпуса города. Организаторы отметили, что такие встречи напоминают о важности делиться добротой и поддержкой. Особенно с теми, кто нуждается в этом больше всего. Этот день оставил в сердцах детей, волонтеров и всех, кто внес свою лепту, теплые воспоминания и вдохновение делать еще больше для окружающих.